Название какого города с одного из местных языков переводится как «место шелковистой груши»? Маленький красивый городок Калгурли или Калгурли-Боудлер расположен в одном из крупных австралийских штатов – Западная Австралия. Временем основания города считается 1893 год, когда золотоискатель Патрик Хэннон обнаружил здесь крупное месторождение золота. Кстати, оно до сих пор считается одним из самых больших в австралийском континенте. Добыча этого драгоценного металла является сегодня едва ли не основным занятием местного населения. Непривычное для европейцев название городу дали коренные жители Австралии, аборигены, с языка которых оно переводится как «место шелковистой груши». Несмотря на то, что климат Калгурли не особенно мягкий, отличающийся довольно прохладной зимой и очень жарким летом, в городе есть что посмотреть путешественникам. К примеру, золотоносное месторождение Суперпит, где добыча драгоценного металла ведется открытым способом, то есть в карьерах. Туристы с удовольствием посещают музей Калгурли, в частности музей Западной Австралии.